Коллеги, рядом со мной руководитель проекта retail.ru Наталья Марова. Привет, Сергей. Как ваше настроение? Как выставка? Ну, я на самом деле уже опять с осипшим голосом. Очень активные два дня, которые я была на мероприятии. И, ну что ж, все слава богу, Парадэкспо вернулась на свои даты. Вроде как все устаканивается. И я рада, что в целом все активности, которые обычно проходят на выставке, они проходят в своем понятном ритме, с большим количеством людей, которые посещают мероприятия. Всем это нужно. Все, ну, знаете, в прошлом году особенно все говорили, соскучились по общению. Это история про то, что люди хотят встречаться и решать свои задачи лично. Они, конечно, ну, как бы она проявляется на выставке, все здесь. Выставка замечательная, все ходят, все общаются, заключаются контракты, но это не только встречи и договоры, это еще и бизнес-сессии. Вот здесь тоже хочется, была бизнес-сессия непосредственно наша. Как все прошло? Ну, вчерашний день у меня был как раз посвященный встречам с производителем. Соответственно, я модерировала сессию по собственной торговой марке, соответственно, которая проходила в рамках форума, и коллеги Империи форума пригласили меня как модератора. Все в целом понятно, говорить о собственной торговой марке на этом мероприятии, конечно же, нужно. Мы, как retail.ru, организовывали специальную сессию для также производителей, называется «Товар на полку». И, вы знаете, как раз это специальная сессия для того, чтобы упростить немножко вход. И, как выяснилось, это немало пришло именно производителей, которые или еще не сотрудничают с сетями, или только начинают свои первые шаги делать. Мы постарались обозначить те ключевые инструменты, которыми нужно все-таки владеть для того, чтобы, ну, не делать вот этих больных ошибок, которые потом приводят к негативу. И очень грустно, на самом деле, видеть вот такие людей, которые очень негативят в сторону ритейла, потому что все равно нужно научиться работать с этим каналом. Это растущий канал, так или иначе, да, и, как показывает общемировая практика, ритейлеров, именно объединенных сетей, вот этих крупных проектов, их будет все больше и больше. Сейчас в России еще не настолько много ритейла, то есть они не такой большой, они не занимают 70, 80, 90% рынка, но вполне себе такое там через какое-то количество времени будет. И к этому надо готов быть производителю обязательно. Поэтому мы с ними отлично поработали с компанией InfoLine, с исследовательским агентством. Иван Федяков нам отлично рассказал тему про новинки, да, и, соответственно, про банк новинок. С Марией Шинковой, бренд-консалтинг, которая замечательно разбирается, как именно строить пиар, да. И мы свой инструмент рассказали. Коллеги из Империи форум присоединились. И была очень рада, что присоединились коллеги из ритейла и экс-ритейла, да, тот производитель Константин был. Это все очень правильный, на мой взгляд, посыл, и мы уже не первый раз это проводим. Я думаю, что в следующем году мы будем продолжать. Есть ощущение, что это полезно рынку, и обратная связь от некоторых слушателей уже есть. Я рада, что, ну, точно подбирается контент верный. И, наверное, если еще, ну, не про мероприятие, то я точно должна сказать спасибо нашим партнерам, уже вот работая сейчас на пресс-центре. Компания 1С, уже каждое наше мероприятие связано пресс-центром, они поддерживают, и это отдельное спасибо коллегам, что верят в то, что такие вещи нужно делать. И касаемо пресс-центра, точно можно сказать спасибо Fitoclock, уже второй год подряд они вместе с нами работают на ProdExpo и понимают свой эффект от таких вот активностей, которые мы делаем. По-моему, сегодня уже мы за 3 дня записали что-то порядка там 70 роликов, если я не ошибаюсь, завтра еще один день, так что я чувствую, опять к 100 вы подберетесь, а это значит 100 моментов, которые можно пересмотреть, поделиться, и, соответственно, очень рекомендую не пропускать такие моменты, такие возможности, которые немало стоят для того, чтобы это все организовать, так что приходите и пользуйтесь такими возможностями, которые есть здесь у нас на сайте, ну, вот, на выставке в рамках пресс-центра ритейл.ру. А мы отмечаем то, что к нам приходят разные игроки рынка, к нам приходят люди, которые ищут дистрибьюторов, к нам приходят дистрибьюторы, которые ищут производителей, к нам приходят ритейлеры, которые ищут новые товары, к нам приходят производители, которые делают супер новые товары, не знают, как показаться ритейлеру. Поэтому, друзья, смотрите наш портал, учитесь, и все у вас получится. Я, наверное, еще все-таки должна здесь проговорить. И не забывайте зарегистрировать бизнес-центр retail.ru. Это бесплатно. Вы просто таким образом получаете еще один адрес приземления вашего бренда, вашей компании и возможностями, которыми вы можете поделиться и вообще рассказать о продукте. Не надо забывать, что надо работать, надо заниматься регулярно, а не тогда, когда вам приходилось и вдруг стало надо. Потому что накопление материалов делается все-таки долго.
много. Так что работайте, используйте те инструменты, которые предоставляет retail.ru и партнеры. Работаем.